12-летняя Зоя Чешкова на международном музыкальном проекте «Ты супер» на НТВ взяла приз зрительских симпатий. Звонкий голос, чистое уверенное выступление и народная песня «Мака в цвет» в ее исполнении никого не оставили равнодушным. За забайкальскую звездочку проголосовало около 700 телезрителей. Я иду сейчас в 7 класс, и я хочу поступать в культуру, но не знаю еще в какой город. Хочу продолжить себя в виде певицы. Мой кумир вообще Ани Лорак. Я вообще с ней должна была петь в Вегасе, но так как приезжала комиссия ФСО, да, вроде бы, она и отменили дополнительные номера, и вот. Но сказали, у нас будет встреча с ней. Еще один призер и тоже воспитанник Петровско-Забайкальского центра помощи детям – 10-летний Виталий Толочкин, достойное второе место. Больше всего ему запомнилось выступление с победителем вокального конкурса «Голос дети» Данилом Плужниковым. Песня «Я свободен» в сети стремительно набирает популярность. Я свободен, с диким ветром наравне. Я свободен, наяву, а не во сне. Кроме того, Виталий Толочкин в Олимпийском спел дуэтом с популярной российской певицей Ёлкой на концерте ежегодной музыкальной премии Муз-ТВ и участвовал в записи саундтрека к фильму «Заячья школа». Петь я тоже буду продолжать, но больше всего, да, футболистом хочу стать. Ну, кто тебя сегодня встречает? Не знаю, вся чета. Участниками шоу стали воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей из России, Армении, Грузии, Казахстана и Южной Осетии. Подобные вокальные конкурсы дают шанс талантливым детям заявить о себе. Екатерина Гаврилова, Максим Лобачев, ЗАП-ТВ.